Всем привет! Кормил Софу. Кто-то проснулась, что-то вообще понты поспала. Сам хочу выпить, тороплю. Что-то не могу я в натуре. Бахну, тороплю. Налил, что-то перекипятил я, походу, делал чайник. Сейчас там ничего не будет, надо было в теплой воде это делать. Подождать. Для начала хотя бы. Совка. Алиска, наверное, да? Алиска заразила совку. Ну, спустя какое-то время. И меня. Хотя Алиска уже давно переболела. И мы через неделю. Ну, у нас так и есть, в принципе. Один поболеет через неделю. Насколько я помню, вроде всегда есть. Да, нет? Если будешь смотреть, скажешь мне. Вроде так и есть. Кто-то первый болеет, через неделю другой. Потом третий, четвертый. Я раньше до 30 вообще не болел. Один раз в год. Весной. Ну и там, может быть, еще приболею там. Не знаю, разочек где-нибудь летом, может быть, и то навряд ли. А так весной вроде, насколько я помню. Ну, валялся с температурой там 38 по 39, вот так вот, и спишь тупо, и все. Тупо спишь, ничего не ешь. Думаю, да, включусь, с вами буду разговаривать. А чё нет? Сегодня пятница. Мне скучно. Сейчас вдвоем с Софой. Кто где? Анютка домой сейчас скоро придет, а потом уйдет. Я, как вы видели, документы отдал. Говорить ничего не буду. Потом, уже по факту, когда все срастется. Если срастется, срастется, не срастется. То борода. Что могу сказать? Ой, кислый какой. Сейчас надо пойти совке мироместином. Побрызгать. Я ее в нос брызгаю. Эти капли надо два раза в день брызгать такими каплями. Это самодельные капли, короче. Какие-то там. И себе брызну тоже. Ей брызгал уже. Вечером буду брызгать. Сейчас просто мироместинчиком так. В горло, да, в нос. Да себе тоже это, забрызгаю эти капель. Посмотрим, на что они способны. Ни разу их не брызгал. Спросите, как самодельный? Вот так. Какие-то несколько препаратов смещаются вместе. Там Анюта звонит. Звонила Анютка.
Идет домой. Вся счастливая какая-то такая. Ну, я рад за нее. Счастливая, значит, это хорошо. Сейчас, говорит, перезвонит. Все, выходные наступили. Звонит. Ладно, увидимся. Ну и все. Анюта пришла. Сразу занятие у нас нашлось. Поедем, машину переобуем. Она же лысая. Надо поехать переобуться срочно. Все, заехали на одно. Там аж до понедельника. Поехали к Анютиным знакомым. Там и переобуемся. Что еще можно узнать? Все, да тут тоже по записи. А поехали. Что, вон стоит? Кто? Этот, домкрат. Шиповка тут. Заехали, говорит, 1500 говорит. Какие колеса? От размера. От размера колеса, видать, все зависит у них еще. Что там болты, что там болты. Ну, нам снять, одеть и все. Ну, на оке, что на... Ой, нифига, он летит сзади. Ну, что пусть летит. Сейчас поедем, за 800 рублей переобуем. Чем за полтари. Так обгонять что-то нет. Куда ему обгонять-то? Так он летит, ничего, в жопу не въехал. Он хотел обогнать, потом передумал. Ну что передумал-то? Надо было уже. Спешишь, перепрыгни. Угу. Так что летим. Кому что не нравится. Ой, я сегодня здесь ходил. А так у нас совершенно лысая резина, вообще просто лысая, да? Так она не то чтобы летняя, она абсолютно, там уже протектор стерся. Да, ее можно выкидывать, по сути. Ее, да, сейчас можно попросить, чтобы он снял. Не надо. Заберем, увезем ее на дачу, сейчас это снимать еще лишнее, не надо. Стрелка жмется и жмется, как родной. Да? Не понял. Все, теперь малыш на литье, на таком. Можно ехать. Ой, солофа. Что-то мне кажется, как будто эти колеса ниже она стала. Нет? Все, на зиме. Ну-ка притормози. А, ну все. А что тормозить-то, она держит? Держит, да. И тут вставка такая. Вот она, вот она.